Здравствуйте, это студент группы АИС-93 Владислав Шелковенко. Это у нас курсовая работа на тему индикация наполнения бака. Программа выполнена в КОПДЕ на основе примера ADC и DMA. Так, вот у нас программа, точка входа, программа функция main. В самом начале мы инициализируем наш экран. Сейчас. Вот. Вот инициализация экрана. Инициализация дисплея происходит. Потом включаем дисплей. Устанавливаем текущие условия. Передний слой. Очищаем экран и заполняем его белым цветом. Далее выводим надписи. Также мы отрисовываем саму емкость. Последующим параметром. Вот. Ширина у нас здесь есть 180, высота 260 пикселей, стенки емкости по 10 пикселей. На экране оно начинает отрисовывать по x30, по y50. Вот как раз тут эти параметры и вписаны. Далее у нас происходит инициализация АЦП. Инициализация у нас при помощи происходит DMA. Мы инициализируем третью ножку и порт C. Также в функции main есть вызов функции начала старта преобразования. Значение с входа АЦП. В переменную connect value, которую мы получаем со входа, оно может быть от 0 до 4095. Дальше у нас в бесконечном цикле выполняется программа. Точнее, мы получаем значение, считанное с АЦП в переменную, и преобразовываем его, данное значение, в милливольт. Для того, чтобы отобразить его в отдельную строчку. Дальше мы отображаем это значение в виде текстовой строки и выводим на экран с помощью данного метода. Дальше мы после вывода количества вольт показываем прямоугольник, который показывает количество жидкости в емкости. Вот он у нас. В данную переменную мы вычисляем высоту нашего прямоугольника, который показывает количество жидкости при помощи значения, полученного с АЦП. Мы его масштабируем следующим образом. В диапазоне от 0 до 248, деленное на 4095. Далее мы находим координату, с которой мы начинаем отрисовывать прямоугольник жидкостью. При помощи синего прямоугольника отрисованного на экране
Незаполненная полость бака. Незаполненная полость бака мы отображаем белым прямоугольником. Так, сейчас мы это сможем увидеть. Запустим нашу программу. Перейдем на камеру. Теперь мы можем наблюдать, как у нас все заполняется бак и посушается в зависимости от вольтажа.